Кулеба заявляет, например, что мы должны на сегодняшний день просить или как там требовать у Европы, у Франции, у Германии, чтобы они оказали давление на Москву, вы вдумайтесь в эти слова, о продлении автоматически транзита газа через Украину. Ну вот логика в этих вещах вообще существует у этих политиков или нет? Тільки одна, Юрій Анатолійович. Да. Нулан поїхала в Москву, щоб срочно поговорити за газ для Зеленського. Причому три дні вона там була. Да. Вот. Один день мінімум говорила. Показав дуже такий характерний жест, що переговори пройшли нормально і продуктивно. А, говорила з топ-чиновниками Міністерства іноземних справ і чоловіком, да, непосредственно курируючим Україну, як і вона курує Україну теж, господином Дмитрием Казаком, заместителем главы российской администрации, президента России. Но тема-то не сдвигается, да? Контракт заканчивается на транзит газа в 23-м году. В 24-м году уже все, поздно пить боржоми. Что мы будем делать? Непонятно. Европа будет получать газ через Северный и Южный поток. Значит, Венгрия, Австрия, Хорватия и Сербия уже получают его через Южный поток. И Болгария. И Болгария, да, уже получают через Южный поток. Что мы вообще, чем мы думаем? Мы проводим вот эти вот совещания в Совете национальной безопасности и обороны? И этим обогреем наши квартиры, наши дома? Вот что, вот, где вообще здравый смысл? Такое впечатление, еще раз говорю, что страна погрузилась в какой-то мрак, какой-то сумасшедший дом сплошной.